Социальная поддержка. Оформлять выплаты инвалидам и малообеспеченным пенсионерам стало проще. Горячая линия. О невыплате или задержке заработной платы горожане могут сообщать по телефонам. Интерактивная площадка. Армавирцы уже начали знакомиться с экспонатами выставки «RoboStars». Смотрите программу «Новости Армавир» по будням в 19:00, повтор в 6 утра, 6:30 и 12:30, а также в любое время на сайте городармавир.ру.